Сливочное масло. Чеснока я взяла 4 зубчика, измельчила. Чеснок у меня молодой, прекрасный. Мелко порубить петрушку. Добавляю гребешки. Просто абсолютно божественная комбинация. Масло, чеснок, гребешки. Добавляю немного соли. Масло оливковое. Лук-порей, который я порезала вот такими вот, видишь, кусочками. Петрушку, которую мы с тобой порубили. Гребешкам. Белое вино. 150 миллилитров. И вот теперь доводим до готовности под крышкой. Для того, чтобы лук-порей был поинтересней, немножко перца чили, капельку, 2-3 веточки тимьяна. Гребешки практически готовы. Вот это наша такая подушка будет для гребешков. Посмотри, какая красота.